И грибочки тут растут, да, София? Вот там что? Там, наверное, был грусть, уже пропал. Давно не была здесь, да, София? София Мария. Ну, помнит, видно, что помнит, что была. Надо дома свежую травку посадить. Та почему-то у нас пропала. Я ее водичкой залила. Ой, оса уселась. Ну-ка, брысь. Сегодня выпал теплый денек. Приехали здесь дела поделать. Ну, ветер холодный. Солнце сейчас вот стою на солнце, вроде как припекает. А в тенечке холодно. Ты туда залезла? Матрешка, картошка. Что увидела? Ух ты! Испугалась. Кто там, София? Никого же нету. Да Игорь ходит. Я ей шею постригла. Она же не дается, головой крутит и усы ей прихватила. Дедушка-пердедушка ест горох. Ты как потеряешь меня, так кричишь, да? Мяу! Работать надо, а я с тобой все бегаю. Ох, вон туда может перелезть на чужой участок. Вон там дырка под забором. Иди сюда, София. Кс-кс-кс-кс-кс. Иди. Есть цветочки, вон какие красивые, цвет какой красивый. Прибежала, да? Трусишка. Все, осень. Последние помидоры у Люды. Огурцы, по-моему, все отошли. Там, по-моему, есть штуки три маленьких. Не хочет на траве валяться, на этот бетон лезет. Ты почесаться. Ну туда на травку, Софийка, Марийка. Не могу ее завалить. Смотри, как держится крепко. На бок не могу ее завалить. Я тут ножницами ей повыхватывала. Ай, ладно. Тут этот пух с нее лезет. Чешу-чешу ее дома. Чешу-чешу.
И далеко ты без меня собралась. Все освоилась. Ну, а мне надо здесь все почистить от травы. Тут петрушка. Ну, я же срезала в заморозку. А, бежит, бежит. Бежишь, да? Где-то. Тут почищу. Морковка растет. Пусть где-то до 15-20 сентября наливается. Что-то все тебя снимаю, Софийка. Ты сегодня будешь звезда экрана. И там пощипает травку. И там она пощипает. Софи. Софи. Софушка, морковушка. Как раз в морковке тут. Это пустая грядка уже. Укроп здесь был. София, ты куда ушла? Как они любят по задворкам-то лазить. Даже Софийке я взяла с собой покушать. Водички ей налила. Сами перекусили. Мы поехали, когда есть хотели. И я Игорю говорю, поехали туда. Там на воздухе, там покушаем. Холодец. Вот такой я покупала, покупной. Там он еще одна пачка в пакетике. Яйца, хлеб, чай. Сейчас Софушка, морковушка. Покушает тоже. Все, Игорь нас там уже ждет. И мы поехали домой. Всем всего доброго. Заехали в лес. И грибов немножко набрали. Здесь маслята. Белые и коричневые немножко. Нашли два груздя. И я их посолю горячим способом. Сейчас закипит вода. Они будут вариться 20 минут. Воду я не посолила. И потом пересыплю их солью в баночку, в чашечку. Придавлю грузом. И через 3 дня можно есть. А здесь у меня в раковине маховики. Промываю их. Маховик хороший гриб, он крепкий, прям как белый гриб крепкий. Сейчас сварю, а завтра пожарю с картошкой. Ну, теперь пока.